Почему ты плачешь? Тараканы замучили. Я купила прибор, который из дома выгоняет всех паразитов. И что? Тараканам пофигу, а вот муж ушел. Подписываемся и слушаем дальше. Дед Петруха заказал диван и попросил присылать СМС об этапах его изготовления. Через день приходит СМС-ка. Место рождения руды, из которых будет выплавлены пружина и фурнитура, уже найдены. А ежи! Ясновидящая приходит к врачу. Доктор, я потеряла дар предвидения будущего. Доктор говорит, так. И когда это случилось? Ясновидящая говорит, со следующей недели. Олимптико. Наум Аронович, и почему вы такой грустный? Сын женится. Зачем грустить? У других тоже сыновья женятся. И какое имя невесты? Степан. Да, действительно, не еврейское имя. После того, как после новогодних праздников сбивается ритм сна, внучка, проснувшаяся 2 часа дня, считается жаворонком. Дороги в городе были настолько плохими, что когда врачи в машине скорой помощи говорили, мы его потеряли, водитель разворачивался и ехал обратно на поиски. Милый, а если бы я была слепой, ты бы меня любил? Да. А если бы я была хромой, ты бы меня любил? Да. А если бы я была немой, ты бы меня любил? Тогда я бы, наверное, просто с ума сошел от любви. Суперсус на Диком Западе приехал в город. Смотрит, в городе никого нет. Заходит в бар и спрашивает у бармена, а почему в городе никого нет? Бармен говорит, а все поехали бить картонного Джо. Суперсус спрашивает, а почему его называют картонным Джо? Бармен говорит, а у него все картонное. Картонная шляпа, картонная куртка, картонная кобура, картонный пистолет, картонный ремень, картонные носки, картонные брюки, картонные трусы. И ездит он верхом на картонной лошади, которая пьет воду из картонного ведра. Суперсус спрашивает, а почему его решили бить? Бармен говорит, да он задолбал здесь всех шуршать. Дорогая, наш малыш сказал первое слово. Это мама? Понимаешь, он больно ударился. Это не мама. Ваш супруг не должен пить очень крепкий кофе. Это его возбуждает, и он нервничает. Но, доктор, если бы вы знали, как он нервничает, когда я наливаю ему слабый кофе. Подписываемся, кликаем на колокольчик.